Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами сделаем золочение двойным золотом нашей иконы. Эта икона сейчас у нас находится на курсе Лики. И один из этапов я показываю на видеоуроках, потому что мы не все можем охватить в нашей работе. Вот видите, я сделала здесь золотую рамочку. Это ровно один лист позолотила вчера. Посмотрела проба, как, насколько у меня благополучно приклеивается золото, все ли компоненты подобраны правильно. Да, они подобраны правильно. Я использую золото раритет. Да, вот такой у меня 1,25. И давайте приступим. Сейчас я перенесу золото на газету. Книжка у меня новая, целая. И мы будем с вами золотить. Ну, золочу я точно так же, как я уже показывала в каких-то видеоуроках. То есть я ничего другого не делаю. Можно, кстати, использовать и приклеенное золото, как удобно. Вот мы сейчас рамочку дозолотим. Я отрезаю кусочек. Мы с вами будем уже делать двойное золочение. Значит, что самое важное в этом всем моменте золота, это все-таки то, чтобы ваше золочение, да, было, чтобы подготовка в вашем золочении была идеальной. Вот когда подготовка идеальная, тогда и золочение, ну, практически идеально получается. То есть важно не то, как вы кладете золото, это не самый главный момент, а то, чтобы именно полимент, а шкурка доски были на высшем уровне. Если вы этого не делаете, то у вас качество работы резко снижается. Дальше я вот сюда положу листик. Я золото сразу не прибиваю, жду, пока оно чуть-чуть приклеится. Ну вот если золотить без дырок, да, аккуратно, то в принципе, можно уложиться там в 3 с небольшим листа. Я пока оставляю эту сторону, а эту сторону мне надо чуть-чуть доделать. У меня вот здесь есть такой маленький кусочек. Я его сейчас нарежу на маленькие и залеплю те дырочки, которые у меня уже здесь где-то появились.
еще можно там наверху проложить. Здесь вот. Идем дальше вниз. Оп. Ждем, пока подсохнет. Иногда, чтобы вот сейчас у нас тут хорошо видны пузыри. Да, вот здесь есть какие-то пузыри. Можно вот так газетку положить и прижать лишнее. Потом и здесь чуть-чуть прижать. И здесь. Так, ну что, и теперь у нас только остается рама и вот здесь вот кусочек и нимб. Готовим газетку. Так, и теперь тоже разрезаем для поля. Прокладываем и золотим. Порвался листик. Сейчас тогда мы его сразу аккуратно залепим. Так. И вот так. Ждем. А эту сторону можно уже чуть-чуть прибить. Для прибивания я использую безворсовые салфетки. Вот такие для уборки. Сначала чуть-чуть. Посильнее. Так, и остается у нас только нимб у Божьей Матери. Ну, нимбик, я думаю, что уже несложно будет подзолотить. Ну, вот, в принципе, и все.
Так, здесь у меня тоже листик порвался. Порвался листик, ну, значит, будем еще как-то его там чуть-чуть придется, наверное, кусочек оторвать от книжки. Очень жаль, что не ложились листы. Ну, еще посмотрим, будут ли дырки на желтом золоте. Не нужно. Тут вот дырочка образовалась. Чуть-чуть пристукиваем верхнее золото. Да. Здравствуйте, дорогие друзья! Дальше мы с вами продолжаем работу с нашим двойным золотом. Что сейчас нам нужно сделать? Нам надо понять, что чтобы нам провести аккуратно стыки, нам нужно провести линию ровно там, где у нас белое золото будет заходить на желтое. Я это делаю карандашом. Карандаш все равно даст некоторую графью по золоту, и нам будет легче увидеть, где же мы там, нам надо подзолотить или желтым, или белым золотом. Вот так вот аккуратно. Я решила, что узга у меня будет тоже белым золотом сделана. Вот, и теперь мы берем белое золото. И будем работать с белым золотом. Значит, белое золото у меня тоже фирмы Раритет. Я беру в данном случае лунное золото. Лунное, 1,4 у меня книжечка. Сейчас я перенесу его на газетку, и мне будет достаточно легко и удобно
золотить вот эти стыки. Стыки должны быть прозолочены идеально, поэтому нам придется немножко труда вложить в нашу работу. Еще очень красиво, когда орнамент какой-то сделан на образе. Это уже другим способом делать. Здесь мы плоскости золотим. Так, вот я перенесла на газетку. Листик. Убираю книжечку в сторонку. И отрезаю. Ну вот, прям как по форме. Отрезаю, наверное, чуть меньше половины. Вот такой листик, да? И вот этот краешек сейчас мы прозолотим. Попробуем, посмотрим, как у нас все пойдет. Намазываю водкой это место. Хорошенько. И самое важное, ровно положить. Кладем в стык. Ну, вроде должно получиться. Что тут с этой стороны? Мне мало интересует. Мне важен только стык. Там я либо уберу, либо дозолочу. Это не так сложно. А вот стык сложно прозолотить. Да, притамповываю. Убираю тоже медленно, чтобы опять же стык был идеальным. Ну, вроде хорошо получилось. Следующий кусочек давайте с этой стороны положим. Да, и тут пускай у нас высыхает. А с этой стороны я положу вот так. Нет, давайте положим длинный все-таки. Да, длинный там-там. Мы всегда успеем. Так, опять кладу водку. Водку я не жалею. И опять кладем ровно. Ну, вроде получилось. Прижимаем. Прижимаем хорошенько и смотрим, как у нас тут вышло. Еще можно постучать, подождать. Вроде бы благополучно. Так, дальше мы с вами идем. Дальше у нас вот такой тоненький есть кусочек. Ну, мы его можем вот сюда дальше и проложить. Так. Прижимаем.
нижний кусочек потихонечку простукиваю. Какая-то у нас дырка неудачная. Ну ладно. Так. Ну вот листик у нас ушел. Здесь мы тихонечко постучим. Следующий листик берем. Я не смачиваю в тарелках листы бумажки, не мну их, я просто кистью смазываю. Мне кажется, сразу получается более правильно, чем отжимать, ждать, пока он высохнет. Закладываем. Кладем. Следующий забираем листик. Я делаю вот так вот коромыслом. Так. Так меня научила одна студентка в институте. Я так и делаю. Понравилось мне. Давно еще, когда я училась. Так, отрезаем кусочек и куда сюда будем класть. Так, обязательно должен быть какой-то небольшой нахлёст, чтобы ровно это все можно было положить. Так, и прожимаем. Здесь уже можно пристукивать. Здесь можно так слегка прижать. Так, убираем. Еще не приклеился. С другой стороны смотрим. Вот. Ну и теперь подходим к сложной работе вокруг нимба, пока у нас остальные кусочки насыхают. Мы отрезаем вот такую длинненькую полосочку, вот такую тоненькую. И обкладываем все вокруг нимба. Система та же, просто этих кусочков будет чуть больше. Положили, прижали, да? Убрали. Рядышком пойдем.
положить рядом. Вот так, наверное, положим. Ой, отлетел. То есть по касательной работаем, да? Следующий кусочек отрезаем, тоненький, точно так же. Отрезаем и рядышком кладем, например, вот здесь. Но когда очень влажное золото, надо быть аккуратным, чтобы не повредить то, что уже сделано. Поэтому будьте внимательны. Так. Может быть, стоит, если вы так первый раз делаете, подождать. Так. Это линейка упала. Сейчас кладем. В эту сторону. Вот у меня еще кусочек есть. Я кладу эту сторону. Ну, получается, там около нимба как будто бы два слоя. Дальше отрезаем еще тоненькую полосочку. И золотим вот это местечко. Вот смотрите, здесь я немножко ошиблась. У меня получается зашло золото за границу нимба. И я сухой кисточкой отодвигаю золото от границы с нимбом. Чуть-чуть. Не надо мне там это все. Так. Ждем, пока подсохнет. И не забываем про эти наши полосочки. Мы их пристукиваем уже окончательно. Вот, пристучали. И вот здесь кладем, то мне там осталась полоска. Это как раз подойдет. Для частичного закрытия. Оп. Так, ну что, теперь мы ждем, когда у нас высохнет эти места. И пока сохнут, мы можем вот эти маленькие все позакрывать. Опять я беру листик свой, смачиваю его кисточкой. Здесь еще рядом лежат такие листочки старые, которые уже на золото не похожи. Это вот то, что осталось там с мастер-классов. И ими вполне можно какие-то очень мелкие дырки закладывать. Вполне себе нормально. Так, вот. И отжимаю листик на других бумажках. Ну вот, смотрите, у нас ушло два листа. Пока. Думаю, что до 4 мы уже точно отзолотим все. Да. Там берем золото.
кладем длинненькую полосочку вот сюда. Не знаю, получится, нет, мне кажется, все равно будет дырка. Посмотрим сейчас. Нет, закрылась нормально. Заложили. Теперь вот здесь тоненькую. Так, вот тут у меня чуть-чуть. Видно край. Прижимаем. Чуть выше, там тоже есть тоненькая полоска. Ладно, мы сейчас отрежем. Более длинную вот такую полоску. Опа. И сюда пошли. Вот сюда вот. Вот так вот сюда пошли. Опа. Все. Оставляем на просушку. И смотрим, что у нас там вот здесь у нас еще сохнет. Вот тут уже чуть-чуть можно примить. Подсохло. Вот здесь можно чуть-чуть примить. Не сильно пока, потому что золото еще живое. А вот этот маленький я, пожалуй, вот сюда пущу. Опа. Так. И теперь можно положить большую кубок. Так, вот эту, вот сюда, да, захлестом на то, что было, потому что здесь у меня трещина. Вот трещина и капелька тоже треснула. Вот так вот. Угу. Сейчас приноровимся. Получилось интересно или нет, посмотрим. Так, прижимаем. Прижимаем, 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 прижимаем. Здесь точим. Не забываем про то, что у нас подсыхает ни в коем случае, то... То, что мы золотили, все может отлететь. Надо хорошо стучать. Так. Прижимаем, прижимаем. Все прижали хорошо. Убираем. Чуть-чуть не попали вот в этом как раз месте. Придется нам там еще раз класть. Так. Вот у меня еще есть вот такой кусочек. Он с одной стороны немного помят. И мы его тогда вот сюда положим, где у нас тоже... Сюда вот положим. Вот так вот. Опа. Так, сейчас у нас будет небольшой перерыв, потому что надо, чтобы все высохло здесь. Здесь я пока боюсь класть, мне надо вот
это все будет пристучать, прежде чем класть. Вот. И, может быть, минут через 5 мы продолжим именно вот. Вот тут тоненькую не доложила, да, вот здесь не доложила, тут эти вот закроем, вот эту, да, и уже почти что у нас будет отзолочено белое золото. И далее мы с вами будем заниматься нашими красотами. Красотами мы будем заниматься, ставить точечки разнообразные, большие, маленькие. Посмотрим, как это будет все смотреться вместе. Ну вот, пока большой перерыв. Ну вот, у нас уже что-то подсохло. Здесь, например, можно пристучать. Дырочки появились плохо. Так, здесь пристукиваем чуть-чуть. Вот этот, видите, очень мокрый листик. Я бы его взяла бы бумажку сухую и забрала бы лишнюю ватку, и ему сразу будет легче высохнуть. И, ну, как сказать, быстрее приклеится. Вот, вот это все мы пристукиваем. Внизу пока рано, но нам это не помешает доделать вот этот кусочек уже, вот эти маленькие, да, и где у нас тут дырки вылезли, вот здесь, и еще на желтом золоте у нас тоже есть некоторые дырочки, которые надо заделывать. Вот, кстати говоря, очень по-разному золото тоже. Иногда мне кажется, что белое и желтое золото, они по-разному кладутся, что белое, а золото более легче кладется, чем желтое. Может быть, это просто самовнушение, но вот есть такое какое-то некоторое наблюдение. Так, просушиваем наш листик. Берем книжечку. Так. Так. Поехали. Ну, здесь-то у нас сфера, мы можем и так положить. Давайте, нет, давайте сначала вот так положим. Вот так вот, во. Ровненько. Да, краешек. Так. Оп. Сжали, да? Немножко ровно не получился. Ну ничего. Так, теперь вот этот можно вот сюда положить. Опа! Хорошо. Дальше внутри ковчега там у нас акация была. Вот здесь вот, тут мы еще разочек золотим. Дырочку, да, которая тут вылезла.
Так, дальше вот здесь. Подзалачиваем. И вот этот квадратик. Вот так вот раз. Опа. Дальше здесь. Так. Ой. Что-то пошло не так. Ладно. Сейчас мы еще. Нам тут эти дырки совсем не нужны. Так вот. Так. Угу. Вот здесь уже прибиваем. Этот кусочек вот сюда, наверное, положим. Такой не очень красивый кусочек. Опа. Так, этот вот так вот. Вот сюда. Так, и вот здесь вот. Раз. Так, и вот эту последнюю. Все, ждем, когда подсохнет опять. Опять мы ожидаем. Пристукиваем все хорошенько. И можем, вот у нас еще есть кусочек золотого, желтого золота. Вот его бы вот сюда положить. Дырочки появились. Вот здесь вот какие-то нехорошие дырочки мы сейчас закроем. Пока у нас есть кусочек золота. Вау.
Ну что, маленький перерыв опять, и после перерыва мы доделаем наши узоры, красоты все.